Сегодня в России день памяти и скорби. 78 лет назад началась Великая Отечественная война, самая кровопролитная в истории страны. Фашистская Германия без всякого объявления напала на Советский Союз. В этот день, 22 июня, потомки скорбят по всем тем, кто погиб, защищая свое отечество. Война унесла жизни миллионов человек. Это не только бойцы. Мы вспоминаем о тех, кто умер от пыток в фашистских лагерях, кто сгорел в газовых камерах и взорвался на снарядах, кто бросался под танки и своим телом защищал от обстрела детей и стариков. К акции памяти присоединились и югорчане. Для них сегодня пройдет около 200 памятных мероприятий. Самые массовые в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Напомню, из Югры на фронт ушло свыше 17 тысяч человек. Больше половины из них не вернулось. Традиционно сегодня югорчане возложат цветы, примут участие в акции «Свеча памяти». Словом, вспомнят тех, кто отдал свои жизни ради будущих поколений. Это день для меня – день скорби и памяти. Я помню, мне было 4 года, когда отец меня нес в августе месяце, 26 августа, нес на руках до машины, до телег. Мы в Завдуковске жили, в Ялуторовске. Вот. Их провожали, колонна целая была этих призывников. Вот. Ну, нес, все женщины плакали, конечно, дети плакали, не зная, от чего женщины расплачут, мама плачет, и мы плакали.